Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутской области. Отшумели дебаты по пенсионной реформе. Отныне новые пенсионеры станут старше. Возраст, болезни, старость. Однако все самые большие барьеры и препятствия нашей жизни находятся внутри. Сломайте их. Марк Антон, римский сенатор, выучил греческий язык только в 80 лет. Сократ только в возрасте 70 лет научился играть на многих музыкальных инструментах и сумел овладеть этим искусством в совершенстве. Микеланджело создал самое замечательное полотно в возрасте 80 лет. У каждого из вас впереди еще очень много времени, чтобы чему-то научиться. Спонсор рубрики – сеть магазинов «Удачный сад». Ко мне часто обращаются с вопросами, почему в век высоких технологий мы продолжаем бороться с тараканами с завидным постоянством. Вы каждый день делаете влажную уборку в вашей квартире и доме. Вы каждый день выносите мусор. И вы истребляете тараканов вместе со своими соседями. Ответ очевиден. Тогда, чтобы тараканы не заполонили наше жилище, бороться с ними надо как минимум 2 раза в год. Единственным способом избавления от тараканов остаются химические препараты. Я выбираю ГЭТ. Давайте разберемся, почему именно ГЭТ работает и может спасти любую квартиру, офис, дом от тараканов на длительный период. ГЭТ Экспресс моментального действия. Обрабатываем места скопления тараканов. Это и кухня, и раковина, туалет, мусорное ведро, где у вас стоит. Обрабатываете согласно инструкции, и ГЭТ Экспресс истребит, убьет у вас до 100% взрослых особей. Повторю, что ГЭТ Экспресс – это препарат моментального действия. Но нам нужен длительный эффект, чтобы мы жили без тараканов полгода, а то и больше. Для этого я выбираю препарат ГЭТ Тотал. Это новый препарат, который создан по новой технологии. Технология называется микрокапсулирование. Звучит сложно, но нам с вами главное действие. Микрокапсулы этого препарата не имеют запаха, не оставляют следов. Конечно, это очень удобно. Самое главное – это безопасно. Этот препарат ГЭТ Тотал работает в течение полугода, но я знаю и намного больше. В этот период у вас не будет даже тех тараканов, которые будут приходить от соседей. Препараты серии ГЭТ – это новые препараты. Адаптации у тараканов к нему еще нет, поэтому препарат работает. Осенние холода гонят миллионы мышей в наше жилище. И они представляют серьезную угрозу не только для наших запасов, но самое главное для нашего здоровья, потому что они источники инфекций и опасных инфекций. С крысами и мышами надо бороться, иначе, учитывая их высокую плодовитость, уже через месяц крыс и мышей будет в десятки раз больше. Давайте выбирать самые эффективные отравы. Я вам предлагаю отраву, можно сказать, ядоприманку, «Тихий час». Это гранулы с особым вкусом, с высокой поедаемостью. Разложите гранулы в местах возможного передвижения или скопления мышей, и уже через несколько дней вы увидите результат. От крыс и мышей страдают не только наши дачи, не только окраины, но и центр города. Крысы – это настолько умные зверьки, поэтому выбирайте приманки новые. Приманка брикетированная, она так и называется, отрава для крыс с различными добавками. Приманка с высокой поедаемостью. Крысы это обязательно съедят. И тогда мы избавимся от крыс. Истребляйте тараканов и грызунов сообща всем домам, и тогда эффект будет значительно лучше. И еще, уважаемые,
Придя в магазин и выбирая препараты для борьбы с тараканами-грызунами, выбирайте новинки. Они работают намного лучше. А я, как всегда, и в этой борьбе желаю вам удачи. Магазин «Удачный сад» на улице Розы Люксембург, 182, идеальный партнер для каждого из нас. Здесь в любое время года думают о вас, предлагая дачникам только лучшее. А каждого покупателя с 9 до 12 часов ждет скидка 10% на все. Осенью, когда закончена борьба за урожай, начинается другая с крысами, мышами и тараканами. Победу празднуют те, кто выбирает новинки. Гет концентрат моментального действия способен уничтожить до 100% тараканов. А если добавить гет пролонгированного действия, о проблеме можно забыть надолго. Но самое главное – бороться с насекомыми всем миром. Наши дачи, и не только, сейчас становятся убежищем для грызунов, которые стремительно увеличивают свои ряды. А трава для крыс – главное оружие, ваша защита и средство профилактики. Магазин «Удачный сад» на Розы Люксембург 182 здесь советуют только то, что купили бы сами. Не так давно американские ученые совместно со своими европейскими коллегами обнародовали сенсационное открытие. Оказывается, человеческий мозг развивается не до 25 или 30 лет, как считалось ранее, а до 50. А если человек продолжает заниматься активной мыслительной деятельностью, то старение мозга почти не происходит. 80 лет Гёте закончил своего Фауста. Исаак Ньютон еще 85 лет был занят неутомимой деятельностью. Композитор и дирижер Игорь Стравинский творил до 88 лет. К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. Вряд ли найдется человек, который не любит лук или растения из семейства луковые. Они и декоративны, они используются во многих кулинарных блюдах, как в свежем виде, так и в переработанном. Есть великое множество сортов. Чаще всего на огороде мы выращиваем лук, репку, который используется и для длительного зимнего употребления, и с него же можно использовать витаминную зеленую продукцию. В нашем огороде можно выращивать лук как из семейки, как из севка, так и из чернушки через рассаду и непосредственным посевом в грунт. Мы в этом году не стали увлекаться большим разнообразием сортов. Посадили два полюбившихся. Это Exhibition, который выращиваем из рассады уже не один год, и полюбившийся со свой салатный вкус. И Стурон, который очень хорошо хранится и возделывается из севка, хорошо показал себя в нашем регионе, большие урожаи и рекордное хранение практически до нового лука в домашних условиях. Лук возделывать на огороде не представляет больших сложностей. Если мы говорим о тех сортах, которые выращиваются из севка, то после сильных ночных заморозков, это вторая половина мая или середина мая, в зависимости от года, мы высаживаем севок в грядки. Грядки заранее подготовленные, хорошо перекопанные, внесено достаточное количество органики, это около 10 килограмм на квадратный метр. Если необходимо, азот, фосфор, калий по норме внесения. И высаживаем на таком расстоянии, чтобы удовлетворить, площадь питания должна соответствовать размеру, заявленную производителем семян.
Если это крупноплодные, достаточно редко. Если мы не любим крупные луковицы, значит, мы можем посадить погуще. Эксибишену нужно дать достаточно большую площадь питания. И высаживаем мы рассаду, высеваем на рассаду до 15 марта. И рассаду высаживаем эксибишена уже в грядке после 15-20 мая. Традиционные сорта, такие как Стурон, Штутгартен Ризен, высаживаемые из севка, выращиваемые из севка, площадь питания должна быть 30 на 25 сантиметров. Эксибишен – это очень крупные сорта, конечно, увеличиваются почти в два раза. 40 на 50 примерно мы должны дать для того, чтобы гибрид реализовал свои биологические возможности. Если нас не интересует очень крупная луковица, как я уже говорил, мы можем посадить погуще. Тогда, конечно, такого крупного лука мы не получим. Он будет, ну, может, для кого-то более удобным. Стурон, вот представленный на этой грядке, для лука вполне традиционная агротехника. Если год сухой, нужно своевременный полив, редкий, но обильный. Любит лук внесение калиевых удобрений, мы можем добавить золой. Очень отзывчив на органику, можем в течение лета поливать настоем крапивы или навоза, у кого это доступные удобрения. Вносить комплексные удобрения в соответствии с рекомендациями производителя. И убираем лук после того, когда начинает полегать ботва, когда начинают появляться сухие перья на грядках, тогда это сигнал к тому, что лук созрел. Первые кроющие чешуи становятся сухими золотистого цвета, еще один сигнал к уборке лука. В хорошую солнечную погоду мы его убираем и просушиваем на солнце, после чего убираем в помещение и досушиваем уже вместе с ботвой до хранения. Вот таким образом можно доставать луковицу. Она уже плохо держится в почве. Ее с легкостью, без подкапывания можно убирать. Достаточно крупная, ну, наверное, 150, может, даже чуть побольше граммов. Очень удобная для разделки, для приготовления форма луковицы. В таком виде вместе с ботвой просушиваем до полного высыхания ботвы. После этого можно ботву либо удалить, либо собрать в косицы, как удобно хранить хозяину в данном случае. Экзибишен – один из самых сладких салатных луков и самых крупных. Нередко, когда размер луковицы достигает килограмма или около того. Иногда были такие у нас варианты, когда луковицы были даже чуть больше килограмма. Очень сладкий, очень вкусный, очень любимый большинством, большей частью садоводов лук. Бытует мнение, что его совершенно нельзя хранить. Хранить его можно, хранится он очень хорошо до Нового года, хуже после Нового года. Просто нужно своевременно убрать и хорошо просушить луковицы. Вот такие луковицы в среднем в этом году у нас выросли. Они, конечно, не килограммовые, но грамм 250, наверное, может быть, вот это даже 300 выросло. И это неплохой результат для этого года, не очень характерного для лука. Можем порадовать своих близких такими замечательными, интересными сортами, гибридами лука. Таким образом, практически любой владелец земельного участка, дачного или придомового, может вырастить для себя, своей семьи, своих близких этот овощ, богатый витаминами, очень полезный, и порадовать или в конце лета, или даже обеспечить свою семью и своих близких до нового урожая ценным питательным продуктом. Сегодня мы говорим о тех
у кого голова седая, да душа молода. Лев Толстой 82 года управлялся на поле с косой так, что за ним не могли угнаться молодые. Автор «Войны и мира» в эти почтенные лета катался на коньках, ездил на велосипеде, скакал на лошади, приседал на одной ноге 40 раз. Поэт Беранже работал до 77 лет, Виктор Гюго до 83, академик Иван Павлов до 87, древнегреческий драматург Софокл до 90, а Бернард Шоу творил до 94 лет. Пример для подражания. Ну, свеклы мы должны кушать примерно в день не менее 400 грамм. Но на свеклу всегда не хватает места. И чаще всего мы ее просто-напросто неправильно сеем. Вот представьте себе, если свеклу посеять в апреле, да в холодную еще землю, знаете, она поразится корнеедом. И рассада свеклы, которая взошла, она просто-напросто у вас погибнет. Поэтому лучше всего, конечно, свеклу сеять, ну, можно даже в конце мая. Если вы посеете в начале июня, это тоже неплохо. Многие сеют свеклу рассадой. Это очень хорошо. Но если вы посеете рассадой, корнеплоды будут очень крупные. Чем крупнее корнеплод, тем он ниже качества. Поэтому, ну, когда мы сеем свеклу примерно в мае, знаете что? Вот многие как делают? В одном клубеньке семечки находится примерно 2-3 проростка. Всем кажется, что вот этот вот проростки надо выдернуть, оставив один проросток. Оставить один проросток, свекла будет крупная. Чем крупнее свекла, тем она несъедобнее. Поэтому расстояние между растениями должно быть примерно 10 сантиметров. И столько, сколько взойдет, вы их оставьте. Вот мы сейчас посмотрим, можно найти, вырвать свеклочку, и вы посмотрите, какого она у нас размера. Вот посмотрите, какая свекла. В одном месте ее 2-3 штуки, и она никогда не перерастет. И свекла с лучшего качества, когда она небольшая. Вот когда вы посадили свеклу и не продергиваете, она всегда у вас будет вот такого качества. А если вы ее продернули и решили посадить на новое место, то несколько ростков, она чаще всего не приживается. Но о чем мне хочется сказать, что я вам уже сказала о том, что всегда не хватает места под свеклу. Но когда мы выращиваем лук, и уже в июле мы его вырываем. Он уже готов к употреблению. И земля у нас остается пустая. Самое страшное, когда земля пустая. На ней всегда должно что-то расти. Она тут же теряет свое плодородие. Поэтому надо обязательно здесь посадить свеклу. Выдернули лук, земля пустует. И вот чтобы земля не пустовала, на ней обязательно что-то надо посадить. Ну, можно, конечно, посеять какие-то сидираты. Но зачем нам сидираты, когда у нас не хватает свеклы? Для этого что мы должны делать? Примерно в начале июня посеять свеклу на рассаду. Но для того, чтобы она очень хорошо сразу прижилась, ее надо посеять в кассеты, в ячейки по одному семечку. Тогда она у нас никогда не перерастет. Мы дождемся, когда мы уберем лук, после этого высадим, не раздирая. Там же я вам сказала, с каждого клубенька может быть 2-3 растения. Так и сажаем эти 2-3 растения. Сейчас конец августа. Обязательно к концу сентября у нас будет вот такая свекла. Ну, чтобы свекла должна была хорошего качества, должны быть хорошие семена.
мы высаживаем рондо, экшен, пабло, бора. Каждый год испытываем какой-то новый сорт, чтобы новинки, они всегда немножко лучше. Самое главное, свекла должна быть очень хорошего качества. Вот если мы ее с вами разрежем, вы увидите, там нет никаких там разводов, ничего. Она вся однородная. Эта свекла, конечно, будет и полезная. Но самое главное, она не должна быть переросшая. Когда свекла переросшая, качество у нее очень и очень низкое. Вот всем, может быть, кажется, конец августа, свекла маленькая, корнеплоды только завязываются. Даже если будут самые маленькие корнеплоды, они будут самые вкусные. Чем меньше корнеплод, тем он лучше хранится. Под свеклу не надо ни хорошей плодородной земли. Обычная земля, лучше всего, конечно, когда мы свеклу сажаем после лука, нельзя ни в коем случае сажать после корнеплодов, после морковки, потому что после лука остается большое количество питательных веществ, которые хватают для того, чтобы свекла была высокого качества. Хранится свекла прекрасно, если она не попала под заморозки. Но вот когда я говорю о моркови, морковь ни в коем случае нельзя убирать при высокой температуре. А свеклу, если она у вас крупная, уберите ее раньше, чтобы она не перерастала. Это даже можно сделать и в середине сентября. Свекла хранится просто, ну, не засыпая ничем. В ящиках положили ее навалом, и она будет у вас храниться. Нежелательно, чтобы она попадала под заморозки. Но чтобы свекла хорошо наливалась, ей должно быть достаточное количество питания, но без воды мы с вами уже никуда не уйдем. Поэтому обязательно свеклу поливайте. Вот мы даже обратили внимание, маленькая свекла, прошел дождь, и она тут же у нас вымахала. Поэтому, если дождя не будет, свеклу поливать нужно обязательно. Трудно найти более полезный продукт, чем свекла. Недаром японцы ее применяют по 400 грамм в день. Она очищает наш организм, она практически бескалорийна. Без нее никогда в жизни не сваришь борщ, не сделаешь вкусный салат из свеклы. И просто ее можно сварить и покушать. Приятного вам аппетита! С 10 ноября в Музее истории города Иркутска по адресу Франко-Минецка, 16, начинаются занятия по агротехнике выращивания овощей и плодово-ягодных культур. Занятия проводит руководитель клуба «Академия на грядках» Целютина Елена Сергеевна. Начало занятий в 11 часов каждое воскресенье. Тыква не только вкусный, но и чрезвычайно полезный для здоровья продукт, выводящий вредные вещества из организма. На самом деле тыква – это ягода, причем одна из самых крупных в мире. Ее плоды могут весить до нескольких сотен килограммов. На родине тыквы в Мексике ученые нашли самые древние ее семена, возрастом около 7000 лет. В мире насчитывается около 800 различных сортов тыквы, но только 200 из них съедобны. Тыквы бывают разных цветов – белая, желтая, зеленая, черная, а также разных расцветок – пятнистые и полосатые. Они могут отличаться внешне, быть круглыми или овальными, напоминать маленькую грушу или луковицу, обладать гладкой кожурой или маленькими пупырышками на поверхности. Для приготовления 1 литра тыквенного масла требуется около 35 тыкв. Масло помогает снизить уровень холестерина в организме и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Оно богато витаминами и всего 25 калорий на 100 граммов продукта. Тыквенные семечки особенно полезны для мужчин. Тыквы могут храниться очень долго. Каждый год с сентября по ноябрь в маленьком немецком городке Людвигсбурге проходит масштабный фестиваль, посвященный тыквам. Там можно увидеть плоды со всего мира, разных цветов
форм и размеров. Мероприятие поражает своими масштабами. А во время проведения фестиваля проходит конкурс на самую большую тыкву. Вес рекордсменов часто доходит до 600 килограммов. Такую тыкву в магазине точно не купишь. Выращивать несложно, а польза большая. К чему все это? Только к одному. Нет такой болезни старость. И есть только психологические установки. Наша душа, наши внутренние силы не имеют возраста. Пока мы живы, у нас все еще остается шанс подняться выше, взять хотя бы еще одну высоту на пути восхождения. Не ждите лучших времен. Лучшее время может быть только одно. Оно называется «сейчас». Будьте счастливы. До свидания.